Народ идет в магазин. Это дом Капустиных, а вон там амбарчик, в котором... Да. Я помню, я в этот магазин ходила с мамой. Это амбарчик, да? Так, кто говорил? А, Толик рассказывал, Хованов, что вот следующий дом, это был их дом. Ну, это Капустинский. Это Капустинский, да. Капустинский, потом Толик Хованова, они самые первые уехали. А нам там не пройти, наверное? Куда ты хочешь пройти? Ну, туда, в том доме. Не. Стоим у магазина, вот тут было крылечко. Да. Вот. А, с этой стороны крылечко? Да. Попробуем на него зайти. Не, крылечко уже не осталось. А вот от крылечка, между прочим, осталось. Боковина, а вот даже, как будто бы двери, что ли. Да нет, это окно, это стена, это ставни закрывали это. Не горел, да? О, нет. А чего ты? Ну, чё? Так, осторожно, не проваливаемся. Так. Я даже помню, где были прилавки. Ты помнишь, где были прилавки? Прилавки были дальше. Одна была комната, прилавки вот там были. А там, наверное, склад был? По логике. А? Крыльцо было посередине. Я вот, насколько помню, вот там были вот все вот это вот разложено. У нее там кое-что конфетки. Ну, здесь вот. А все пришли-то наши, да? Вот я помню, когда я была за тетя Маня Адуева. Коля, они Капустины? Мой отец здесь продавцом работал. Мария Дмитриевна работала потом, да? Вот этого я не скажу. Я-то помню Марию Дмитриевну. А к нам ездил дядя Коля, продавец. Он с товаром ездил верховный-то. А это Капустин, наверное? Это Капустин. Самый последний продавец. Он потом в Шенковске принимал стеклотару. Он Шенковский, он невысокого такого росточка, небольшой. Это дядя Коля, вот Капустин. Здесь ягоды принимал отец, когда был сбор. Здесь где-то толкли даже ягоды. Он, может быть, работал продавцом, может быть, год, может быть, два. Чисто временно его председатель попросил. Но я этого не помню. Я не цепляюсь. Магазинские клещи. Но она в сапогах. Хочет к озеру. Пойдемте тогда к озеру сходим. Пошлите еще сходим к моему дому. Пойдем. Прошу, тебе в гости. Это куда? Павловскую или куда? Нет, здесь. Она-то местная. Оставили вот этот, как задний, говорится, дровник, потому что он был полон дров. И думали, что воспользуется этими дровами бабушка, которая здесь еще жила. Вот, Светлана, а ты видишь своего мужа, по-моему, эти дрова кто-то... Приданница богатая. Да, по сравнению с нами-то. Сейчас заглянем, есть ли в нем дрова. Загорали. Да, загорали. Не, это, наверное, скорее всего, был амбар. Амбарская. Ребята, смотрите, вот этот. Это был пол. Это пол был. Он высоко был. Это поднят. Вообще был хлевок. Может это быть и хлевок. Хлев, а сверху это самое засыпали. Это был хлев. Это, скорее всего, наверное, был хлевок. Ну, амбары такие не бывают. Света, ты еще богаче, чем ты думал. Это у тебя не дровяник. Это зимний, наверное, хлев был. Может быть, да. Да. Хлеб, наверное, хлеб. Он чего был во дворе, обычно делали как зимний. Потому что вот доски-то были, да? Это он просто подсел сейчас.
О, даже вертушок есть, смотри. Да, смотри, Свет, смотри, даже вертушок есть, действительно. Да. Можно дверь навешивать и все. Не хватает только дверей. Ну-ка, ну-ка. Так. Дров нету, все сожгли. Все. Потому что магазин, тот дом, где вот у магазина, у него крыльцо было туда, к магазину. Почтовый ящик. Мне кажется, вот с этой стороны у нас было. А мне кажется, у нас так, давай. Вход был вот так. Сбоку. Вот так, отсюда. Вот мы входили к ней, вот. А все-таки нет, у нас, наверное, магазин было, где Зоя Дмитриевна, с той стороны. Ну, у них крыльцо тоже было с той стороны. Наверное, у всех они так вот были. У всех так и были. Да, тем более. Давайте пройдемся там, посмотрим. Здесь стояла конюшня. Дальше там плотик должен быть. Пойдемте. Пойдем к коням. Может быть, это самое. Немножко побулькаемся. Конечно, хотя бы в Мелинском озере, хотя бы в этом. О, небо красивое, вы тут такие все. Это видео снимает, давай, виси. Будет видно, как ты упала. Кто следующий? Но очень энергичная. У нас, конечно, есть норматив пожарки подтягивания. Алексей хочет нас срочно. А я уже наступал, не переживай, не переломится. Вот видите, как все тут. Это тоже, наверное, сделано у моего отца. Ну, блин, вся деревня построена. Все, и коренные жители когда-то были. Понятно. Что, пойдем-то туда-то, да? Пойдем куда-нибудь. По Вовскую-то еще заедем же, да? Давай остановимся, может быть, мы свои увидим. Как раз с этой стороны. Да? Здесь можно искупаться, раньше же купались. Это раньше, а сейчас тут все елистое такое. А здесь, я думаю, вот если Алексей встанет, будет где-то ему такое. Да не встать там елистое дно. Затянет его и все. А на середине, наверное, очень глубоко. Да тут очень глубоко. Его затянет, и нам не вытащить. А раньше как было, в бане мылись, так просто, и потом окунались. Так сплота, просто держались за плот? Нет, я помню, маленькая колоплота стояла, смотри. Мне лет 5 было. Ну, сейчас-то да. Да это и всегда так было. Смотрите, все туда. И что, все-таки до песка дошел, да? Не дошел. 2 метра? Нет, не дошел. Бог, ты посмотри. Где? Где 2 метра? 3 метра, и я до конца не дошел. Просто уже как. Слушай, это ничего, шляпка-то всплывет. Панамочка. Ладно, пошутили, хватит. GoPro, стоп видео.